9 мая наша страна отпраздновала 76-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Мы радовались, поздравляли ветеранов, вспоминали тех, кого уже нет с нами. Для нас с вами очень важно помнить о наших учителях. Для нас защита исторической правды – это, помимо всего прочего, не только моральный долг, но и профессиональная обязанность. И об этом тоже обязательно прошу вас помнить. Стоя здесь, перед памятником нашим героическим старшим товарищам, я горжусь тем, что могу выразить слова признательности и благодарности. Нам нужно помнить о войне, но не для злобы или мести, чтоб сохранить могли мы вместе мир и свободу на земле. Добра и счастья желаем мы всем вам!